блаженный Николай был родом из Псковской земли. Более 30 лет нес он подвиг юродства. Еще задолго до смерти стяжал блаженный благодатные дары Святого Духа и был удостоен дара чудотворения и пророчества. Современники-псковичи величали его Микула Салос, что с греческого «блаженный юродивый». Еще при жизни почитали его как святого, называя также Микула Свят. Ходатайством святого Николая пред царем Иоанном Грозным в 1570 году был спасен от разгрома опальный город Псков. Молитва и слово блаженного пробудили совесть царя. Испуганный сбывшимся пророчеством и облеченный в злодеяниях, Грозный, приказав остановить грабеж, бежал из города. Приставился ко Господу блаженный Николай в 1576 году и был погребен в Троицком соборе. Такой чести удостаивались лишь псковские князья, да впоследствии архипастыри. Святой и с небес являл родному городу чудеса заступничества, а посему получает он с тех давних времен и поныне преданное народное почитание. Тринадцатое марта. День памяти блаженного Николая Псковского, Салоса, Христа ради юродивого.